Цветик ночной от малышей удавчика. Вот это мигела красопета активная. Вот буринг тут товарищ пытается заныкаться. А я им уже разморозила заморозочку и сейчас буду предлагать. Кто не в курсе, я имущество отжимаю, чтобы случайно вместе с салфеточкой ребенок не сожрал кормовой объект. Заморозка сейчас теплая. Да, вот пытается взять, но хапанула раньше времени, поэтому ударилась об пинцет. И сейчас бурингу такая же фигня, одновременно придет в гости. Солнце, гляньте, к тебе пришел. Гляди, гляди. Ну, этот друг немножко такой тормоз, как и любой мальчишка, да. А вот девчонка поактивней. Угу. Это я просто жрать больше хочу. Да. Вот оно, дождалась наконец-то. Вкусно, полезно, стопудово. Ну, буринг принюхивается тоже. Скажи, тепленькое, пахнет вообще прелесть. Но для них заморозку я таю не в водичке, как для моисиков, а просто ложу в пакете на тряпочку на горячий чайничек, и оно там тает само, чтобы не сбить запах. Потому что данные товарищи вот именно сильно в этом плане привередливые. Ну, потом раскормятся и проблем не будет. Мигела тем временем никак не примерится, с какой стороны лучше взять. Да в твое лицо нормально зайдет с любого направления. Угу. Бери. Во, молодец, девчонка. Начинаются выпендрежи. Типа поймала. Сейчас еще скажи, тягать буду. Угу. Любительница спецэффектов, как и карамелька. На дыбки пошла становиться. Душит, душит. Че его душить? Оно, блин, умерло не знаю, сколько месяцев назад. Да. Это растаяло оно только сегодня. Да, так что душить его уже и не надо, в принципе. Мигела такая. Ну, так, может, лучше впихнется в меня. Угу. О, акробатические этюды. Старается, девчонка, старается. Молодец. Сейчас скажи, как открой ротик наполовину кормового объекта. Как запихнуся. Вкусняшкой такой. Прелесть. Сейчас скажи, сейчас. Во-первых, просто взяла, надо перехват сделать, а ну что-то не судьба. Во-во-во, перехватывай, перехватывай. Давай, солнышко, давай. Ну, Мигела пытается делать перехваты, молодец. Сейчас развернется, тут немножко вот осталось. Еще пару раз так челюстью передвинется, правее, так сказать, и все получится. Уже почти, вот она, старается, старается. Сейчас еще раз, и в принципе захватит правильно. И можно будет захватывать. Тут, в принципе, для нее это очень мелкая вещь, так сказать. По сравнению с размерами тела, кормовой объект мелкий. Так что с захватыванием проблем быть не должно, абсолютно. Главное развернуть. Тоже другая история. Там, возможно, вам слышно, как на заднем фоне работает вентилятор, но так как сегодня в помещении 33, а на улице было 37 в теньке, я врубила собакам вентилятор, бо как-то жарковато, жарковато. И это нормально переношу, а им как-то не очень. Да, буринг вернулся помедитировать. Скажи, а вдруг? Вдруг я и при свете могу. Давай, солнце, давай, я в тебя верю. Давай, во-во-во, ротик открой. Ох, нифига себе, ты поймал, молодец! Что там Мигелу нахваливает? Я что, хуже, что ли? Я тоже могу, если с мыслями соберусь. Сейчас, скажи, сейчас. Было понятно, вот такую стойку сделал. О, выпендрешь, оба. Да вообще уже акробатический этюд начался какой-то. Ты не выпендривайся, ты кушай. Мы и так впечатлены. Угу. А, душить еще надо. Ну-ну, удачи. Тут и у Мигелы такая же тема. Я, говорит, в душе кобра. Только размерами не вышло и цветом. Сейчас, скажи, сейчас запихнусь. Ну, ты уже почти развернулась. Чего у тебя там не получается? Во, сейчас процесс пойдет на ура. Давай, давай, молодец. Занимайся. Во, умничка. У буринга тут отчаянное сражение с кормовым объектом. Да, его просто не предупредили, что оно дохлое, поэтому он тут воюет. На его зел, вот это все мне вытирать придется.
Трандец полный. Главное, что кушает. А, вытереть не проблема. Это мелочи в жизни. Давай, солнце, давай, у тебя все получится. Сколько ты его еще тягать будешь? Кушай давай. Ты правильно взял, можно и с ног есть. У тебя войдет в лицо нормально. Ну, Мигела уже начала нормально заглатывать. Все у нее нормально, без проблем. Вот, сейчас пару раз хорошенько запихнется и покушала. Вот и умница девчонка. Не то, что некоторые. Он, кстати, вот застрял в этой позиции. Немножко ему тоже надо развернуть челюсть. И все у него получится. Молодец. О, давай, давай, я в тебя верю. Надо кушать и расти большим. Ну, девчонка наполовину уже запихнулась. Осталось немножко. Ну, скажи, как я могу челюстями двигать. Да, и одной стороной, и второй стороной. Как уже говорила неоднократно, кому неприятно, просто проходите мимо. На Discovery показывают то же самое. Все нормально. Та же самая тематика. Обычный прием пищи у змеи. Только там живое едят, а у меня замороженное. Да, буринг на свинючил, конечно, конкретно. Ну и же это ничего страшного, почему я все убрала, то уже прилип бы кусочек салфетки стопудово к мокрому кормовому объекту, а так все нормально, потом вытру, никаких проблем. У Мигелы последние штрихи, все, она уже поела практически, осталось немножко запихнуться, вот так вот скажи, вот как я могу, вот так вот, все, почти глотнула, да. Уже обращал внимание, глаз у них тоже прокрашенный, вот поэтому, собственно, не всегда понятно, где у нее глазик. Все, запихнулась. О, молодец. И теперь вот надо это дело дальше по пищеводу пропихивать в желудок. Вот так вот волна пойдет сейчас по телу. Все, я готова, я поела. Вот и умничка. Буринг тоже пытается ее нагнать. Тут осталось немножко и погодит это дело. Давай, солнце, давай. О, почти. Давай, давай. Осталось немножко. Да, и будем твое свинство убирать. Капец. Мигела такая, что больше нету, да, все. Да, солнце, поправь лицо и все. Пока с тебя хватит. Чуть-чуть подрастешь, увеличим количество или калибр. Да, пока так. Ну, почти доел и буринг. Вот уже тут совсем немножко. Вот. Последние штрихи. Вот так вот. Молодец, ребенок. Все, скажи, я почти покушал. Все отлично. Вот сейчас скажи. Главное голову проглотить. Конечно, когда они с головы глотают, процесс идет намного проще и быстрее. Но так как для них кормовые объекты мелковаты, ничего страшного, запихиваются и так. Все отлично. Ребенок справился. Да, вот так вот. Вот если обратили внимание, вот эта штучка во рту, там дыхательная система в виде трубочки. И именно из этой трубочки и высовывается у них язык. Да, ну такая тема. Поэтому задохнуться во время глотания они не могут. Что, никак лицо не поправишь? Ну, бывает и такое. Давай, давай. Вот так вот. Все, теперь я снова красивый, все нормально. Все, вернула имущество, теперь дети будут переваривать. Да, водичку я им часто меняю, потому что жарко она такая, может и испаряться, и нагреваться, и плюс они там ползают, тусят. Вот Мигела вообще зарулонилась, очень красиво, кстати. Вот, а Буринг еще в поисках счастья. Все, солнце, ты уже поел, харе балдеть, отдыхай. Да, оставлю вас в покое, переваривайте, друзья, товарищи. И растите большие и красивые.